Кулибин наших дней. Нижегородец Игорь Минин презентовал 3 своих новых изобретения. Необычные средства передвижения. Мастер все делает из запчастей старых отечественных машин. Подробнее Александр Алешин. 3 самодельные машины Игорь Минин сделал за 4 месяца. Сам сконструировал, сам собрал из старых ненужных деталей, которые годами пылились у него в гараже. Сегодня тест-драйв этих авто. Эта машина, она все зарегистрирована, на ней есть все документы, сертификаты. Она, пожалуйста, с номерами совсем можно ездить по общим дорогам. Машина очень удачная, 4-местная. Багажное отделение есть, пожалуйста. То есть сзади все снимается, моторчик стоит, самый простой дизельный вариант. 11 лошадиных сил, ТМЗ. Он дизельный, 3 литра на 100 километров. Расход минимальный. Эта машина багги сделана на базе инвалидной коляски S3D. То есть лишнее с нее все убрали, крышу облегчили. Это вот со свалки пошел мусор выкидывать, валяется тент, а чтобы уж как бы не мочило ничего от дождя. Взяли тент со свалки, дуги тоже все со свалки. Для прогулок предназначено в основном по лесу. Очень проходимость большая, она легкая, даже если застрянет, можно достать ее, толкнуть, она спокойно вылезет везде. Капризная? Капризная, да? Камера стесняется. Это день сегодня не мог видать. Сейчас мы все заведем, сейчас все будет в порядке. Давай. Нормальная машина. Она бывает капризна, но ничего, доработаем. Как обычно, всегда дорабатываем. И все. Вездеход. Как бы называют их каракаты, они сделаны на базе мотоциклов. Тоже мотор планетовский, все надежно. Единственное, здесь мы колеса как бы усовершенствовали. Это ободранные колеса от Т-150, от тракторной телеги. Они уже не протыкаются, ничего. Они в основном по бездорожью, зимой для рыбаков, для охотников. Для зимы техника хорошая. По сугробам лазить, там, не знаю, в принципе, он даже и плавает. А он просто по пол колеса как бы везде. Воду заходит, и просто у меня не остается выбора, он не утонет и начинает просто плыть. Кулибин настоящий, как еще их назвать? Делают из ничего, вон такие шедевры, я бы даже сказал. Мне интересно, я с детства с техникой. Вот дети помогают, друзья у детей помогают. Есть у нас новые проекты, которых еще никто не делает за рубежом, только у нас он будет. Попробуем удивить.